Ну, я подумаю над этим. На самом деле должно зайти, но пока не знаю. Надо крита больше, чтобы чекать такое. Надо от духа избавляться в усилках. Да, на мага направим. Ну да, крит в исполнении маны, которого тоже не хватает. Нормально заходит. Ну, я при ретро паладине за фаермага никогда не испытывал проблем с монополией. Не на Сирусе, походу, или не на этом Сирусе. Ну, это через огненный шар. Нет, это через огненный шар. ТВ это, по-моему, Аркан, а ФБ это... Нет, это ТВ через... это лёд. Фаермаг, который играет через огненный шар, используя ветку Аркан. А, да, ФБ это просто фаербол, да-да-да, точно. Пока использует, просто ему меньше меткости надо, и он больше может в посту убиться, либо в крит. Сетов пока нет на него. Он, царь говорил, там потом сет будет на этот билд. Потом заценим, что получится из этого. Ты про Т5 или про Т11? Про Т6. Ну, какой я тебе рассказывал, да? Да, да, да. Это Т11 назывался. А, Т11? Да. Т6, ну ладно. У меня важный вопрос. Окей. Там неплохие очень бонусы были. А почему на 6 хилов? Ульду не нарисую здесь, когда в жизни. Он просто корову себе сделал. Рыбу не вижу. А, Джованни пишет, сумон будет. Тыкните. А Гоголь-могель он делает. Поставьте рыбку, пожалуйста. Захожу. Боже. Похил бот ухереть. Ну тут что не видишь, у кого там 70 близко хлопнул. Не, это не я пишу. Я вижу все. Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды Серебряного Авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны. Твои чудовища... Даже на паладине у Алисы есть глюлет, пиздец. Мастер, у меня тоже. Мастер, а ты вчера был на втором виклике?
Не было у меня вчера, блядь. А, ну вот, я, короче, пошел за шамана друга и лутанул ему брюль, понимаешь? Удалил ему шаман. А я не могу, учетная запись не подтверждена, понимаешь? Я хотел ему брюль на силу зачарить, не? Но не мог. Беда. Прист подох, Финка. А вот я не стоял. Таман, как дела? Да. Мне насрать на ДП, вы мне бабки будете на починке кидать. А мне-то за что вопрос? Я не знаю, я стояла, она в километре от меня была, но она меня почему-то хуярила, я хуй. Я в ней не стояла, блять, она была в километре от меня, но какого-то хуя меня била. Вот иди нахуй, пожалуйста. Километры она тебе не может бить, хоть бы какой бах бы, блять, не был. Не, у нее же рейндж прям чуть-чуть. Там написано, и поджигает цель, нанося дополнительный периодический урон. Наверное, от этого ты и умерла. Чё, блядь, 6 хилов нахуй? Ебануться, блядь. А куда я нахуй пошел? Не знаю. Да, я, блядь, тоже стояла в луже, конечно. Царь обезьян, замри на месте, пожалуйста. Вот, сука, царь обезьян, это лужа. Вот стою я, блядь. Какого хуя? Я очень большая царь лужа. Царь обезьян, вот лужа. Вот я тут. Бля, я это замучу. Я не могу, это крики, могу, мат на колонках. Конец. Просто давно не давал мне ГП, поэтому ему нужно было дать. Охуенно. Например, то, что ты тупой долбоёб. Спасибо. На хил не нужен? Нам нужен один хил. Или не нужен один хил?
в рекаунте умираешь от лужи и говоришь: я, блядь, от лужи не умирал. Прилетел носорог и оттрахал задницу, блядь. Было. ДНМ, ты чё там, под допингом? Чего? Ярости недостаточно. Игорь, напиши в личку ему. Она написала то, что релогнится. Или он. Void. Void. Так, ты, может, ты меня не слышишь. Это контакт милишник накинь. Молодец. И, кстати, снимай штаны. Алиса меня на твой хер послала. Я выезжаю уже. Дайте инвайт Христу, которого я ты... Я говорю: Алис, успокойся. Ну хоть иди нахер, война. Все нормально, короче. Вот так вот. Ну вот и поговорили. Говорит, этот ебан себе РП начислил. Ой, не могу вообще. Не знаю. Ты так думаешь?
Что тебе угодно? Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Мои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я же говорил, мне не замену. Я уже вернулся, конечно. Достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды... Так, ко мне звонили, да? Бой, герои! Алис или Ливнула? Чего Ливнула? А, Войт ей ГП дал. Что нахуй? Обиделась на него. Недвижные блоконы. Мастер, ну как так? Не стоишь выше из каташи. Как я с ним? Я не слышу. Надо чики по геймам писать. Турка, снимай боб. Ну зачем вы поймете? Стаки сбить тебе. Чё, там спрашивал Микстурка, почему мне не дали ГП? Я говорю, как так, мастер? Не стоишь в луже и вздыхаешь от нее. Не знаю. Да.
Как я умею вовремя брусты прожимать. Да-да-да. Такое же. Немножко у меня самочувствие. Кто вовремя бурсты поражал, тот поступает мут. Тарим-парам, тарим-парам, ритм не придумал. Начинка что ли? Начали пахать. Мне в ДД? Шпану. Да. Трепещи перед всевластным Вилфредом Непопанцем, мастером призыва. Ты покорен мне, демон. Ничтожный гном, тебя погубит твоя самоуверенность. Перед вами Краксус. Пусть бега притянет. Стаки. Вот, когда под тобой земля начинает зеленым пламенем гореть, надо бить. Стаки. Не, просто я расскажу, как это было. Короче, ты увидел, подвигался туда-сюда, потом повернулся, посмотрел и сдох в луже, как бы. Стаки.
за эти деле. Если и они. Читаю, вот, читаю. Все, зачитаю. Все, спокойно. Четыре рецепта. Подлые собаки Альянса. Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой. Я линканул. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. Тише! Успокойтесь! Никакого заговора здесь нет. Чернокнижник заигрался и поплатился за это. Турнир продолжается. Нормально. Ну ты понимаешь, что стаки настакались, когда, короче, вышел портал. Мне либо стаки диспелить, либо в портал. У нас есть дохерища копьебрестов хилов. У нас есть шаманы хилы, которые могут пользоваться место. У нас есть два мага. Почему я должен из портала переключать свой таргет и пуржить стаки с босса? Если, понимаешь, ну, первый раз, окей, ладно. Есть, но если они не понимают, что им надо пуржить, почему? Я же не думаю, что они тупые и не спуржат, понимаешь? Надеюсь на то, чтобы они этим занимались. У меня вот задача, как у ДДшника, подойти, залить портал. Правильно, чтобы не вышла дополнительная швара. Там, кстати, Алиска с гильдой ливнула. Я думаю, это никому не интересно. Подожди, подожди, а при чем тут портал? Скажи мне, при чем тут портал? Стаки были до портала. И если типа 10 человек в рейде скинет один пурдж, нам не придется с турбо 10 снимать, понимаешь? Типа, если каждый прист хотя бы один раз класснет пурдж. Типа, ну, это от того, ты не потеряешь вообще в дамаге, если ты класснешь одну кнопку. Но стаки сойдут просто за секунду. Да будет так! Сражайтесь с честью! Сражайтесь во славу Альянса Герои во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Еще раз, пятая пати. Два шамана могут пуржить. Два приста могут пуржить. Четыре человека. Два мага еще помимо этого пуржат постоянно босса.
продадим, не? Набили звезду. Хилов на адрес. У нас 2 хила упало. 3 уже. Я упал. 1 хил, 2 стол. Да. Да. Берите ретрика, он убивает хилов. Я вам корни пока дам, пусть постоит. Где уж тебе? Да, да, звездочку добиваем. Беги, малышка, беги! Я пока не могу использовать эту способность. Я Редрику дал корни, его кто-то другой сразу убил. Редрик по нему плохо поснес, и кто-то второй добил его. У меня тоже Редрик был. Если что, был. Типа Алиса ливнула или из-за ГП, но пошла в твинки-пинки этот гильдию, блядь. Я ебу просто. Куда пошла? Твинки-пинки. The Picky Binders. Острый козырёк. Бабл, паладин, снимите. Просто крылья юзы. Тебе не показалось. Чё, кого дали? Тяните кого-то, всех. Не надо а толпой ходить, они убьют сейчас всех. Царь! Царь, на тебе и рога! Ты выйдешь!
Он просто смотрит и восхищается моей красотой. Могли бы немного больше пацану времени даже дать полюбов. Так, вы не извиняете меня, конечно, но в списке прибавился еще один человек на чат. Гильдии. Кто? Эвинар. Блин. Не забудь пойду всех ордов ее туда добавить. Навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля лича. Пусть состязания начнутся! Давай я славлю, половлю, но я-то вас убить не буду. Алиса забыла, что у тебя дискорде? Не-не-не, чё вы депейсера? Вот, у меня есть танк-аспект на вальтере, я могу взять половить. Давай. Да и турбу пускай возьмёт тоже, какой-нибудь другой челик станет, а то у него депейсер. Нет, я не буду брать. Мужики, мужики, момент такой, вот мы с моей стоим под воронкой, и прям вот нам спину на старте будет залетать, вот её тоже очень, пожалуйста, обратите. Попросит. Уже все.
Ну так ты под бафом, здравствуйте. Я вон скрытку по 50к бью иногда на этом. Ты за вару выбираешься. Но, да ладно, но, блядь. У кого что? 2584 показывает. Это же за скринил. У меня 15. У меня 2500 тоже 84. У кого 15 показывает, тот не тубил. А ДБМ до сих пор работает. Это из-за Алисы все на, всех на свайпнул. Это мастер, ты тут? Мастер. Блин, ушел, говнюк. Я, блядь, по телефону разговаривал, пока мы били два босса. Я так и не понял, что за хуйня там произошла. Она ливнула? Короче, она стояла в луже. Она нет, стакала... я помню это, я видел. Она стояла в луже, ее захиливали, я на нее дошил, по-моему, кинул. Вот, она стояла в луже, короче, ее хилили, она настакала на себе вот этот вот огонь доту, которая бьет так неплохо, вышла из лужи в последний момент и, короче, сдохла от доты, которая на ней была. Но факт в том, что она, короче, стояла долго в луже, и на ней настакался дебаф. Вот, Войд за... и еще несколько хилов сдохла. Вот все хилы, которые сдохли в луже, Войд, короче, начислил ГП. От Алисы начались крики, я не стояла в луже. Ну, правда, она, короче, не, я не сдохла в луже. По факту она не сдохла в луже. Она сдохла от лужи, но не в луже. Ладно, это болтология. Блять, 100 ГП нахуй. Вот, начислили ее, ей сотку за это. Там линканули, короче, вот ты сдохла, дамаг на нее лужа, короче, и сдохла ты. Ну, по факту от лужи она сдохла, вот, из-за лужи. Вот, потому что от другого она ни от чего не могла умереть, только от стаков от лужи и от самой лужи, которая бьет. Вот, начались крики оры, лив этот, кикнули с рейда, и она, короче, потом ливнула с гильдией. Вот и вся история. Да просто, ребята, надо понимать, ну, не может таких людей быть неприкосновенных, которые прям, я не знаю, я сколько играю в ПВЕ с 14 года, я тоже получал ГП за свое время. Но когда я в 15 году получил ГП пару раз, вот в лезвие сдох в резке 25 герц пару раз, я потом перестал вздыхать там. Ой, потому что... Ой, давай вот про лезвие не будем, потому что я тебе хилил, и если бы не пару моих хороших крыльев, то были вайпы на лезвие, да в обычке. Да, да нет, вот не отдал. Я отдал. Вот, я фуриком играл. Нет, я к тому, просто что всем надо просто как бы адекватно к этому относиться. Нету прям супер... Вот я лично... Ребята, вы нахуй спорите. Алиса ливнула не из-за этого. Не спорим, мы просто обсуждаем, что произошло. Да вы обсуждаете поняли... то, что нахуй не надо, потому что Алиса ливнула в гильдию, которая закрывает фулл прогресс сразу же после того... И пошла она куда подальше, здравствуй. Меньше будет вот этого тора в микрофон. Вы думаете, я просто так его вчера с гильдии кинул? Да все, она под... Я не знаю, Мидвей сейчас придет, и мне кажется, он мне обратно принял в гильдию. Ну ладно, не в этом суть. Она мне втирала, что она Вайда обиделась, потому что Вайда, блядь, она долго это терпела, у него, блядь, отношение к людям, блядь, всех другие, нахуй. Она долго терпела. Что она терпела, я не знаю, блядь. 100 ГП получила, ну, блядь, я ей даже линковал смерть от чего-то. Ладно, нормально, я только что рассказал, от чего она сдохла. Она не сдохла не от лужи, она стояла в луже, настакала на себе дебаф и от этого померла. Вот и вся история. Вот. Не, просто я хочу сказать, что... Я посмотрю, этот, как долго дома. Такой тупой человек в другой гильдии пробудет. Да ладно, все, ничего это ничего. Царь, не важно, кстати, просто... правильно сказал, нужно к этому спокойнее относиться. Все, блядь, косячат, абсолютно. Ну, все. Вот, допустим, Джараксы, я иду на расслабоне, смотрю просто, как на мне лужа дебафа, я даже не задумываюсь о том, чтобы поржить. Но я смотрю, там, два хила приста, шаман там, и там еще дофигища пристов, плюс два мага. Я даже вот не задумываюсь о том, что мне вот запоржить надо. Какая разница, что... 100 ГП, КСР ГП, оно все равно спадет, блядь.
Сколько я уже ГП налутал? Смотрели, забрал, понятно, и теперь я почти опять в топ. Мы не об этом говорим. Я говорю о том, что все косячат. Даже не косячат, а просто, ну, у всех бывает недочет. Идеальных абсолютно рейдеров не существует. Как, есть человеческий фактор. Когда-то где-то ты дослакаешь, да затупишь. Я смотрю видюхи Вайда, вот, ну, бывает так перед сном, да, и смотрю, как, ну, он что, как себя ведет Завара. Извините меня, он там в каждом видео у него какой-нибудь косячок, но вот есть. И у всех так. Идеальных просто не существует. И к этому надо нормально. Каждое видео, когда РТ начинается, а когда, ой, какое у него время, какое у нас время, это тоже надо. Ну вот я и говорю, человеческий фактор везде может присутствовать. Стояла в луже, заслакал там, да, ну зачем такой ор поднимать, там, я не сдох. Ну от чего ты тогда сдохла? На этом ивенте, вот на первом этом мини-боссе, так скажем, можно сдохнуть только от лужи, все. И от Снобальда, если ты будешь стоять, он тебя будет ковырять, тебя не будет хилить. Все. От не, остального ну если сорвать агро еще... Ну, хилом, да? Холи паладину 245-м, да? Ну, удачи. 252-й. Ладно, хорошо, 252-й. Кстати, на этом, я написал ей, типа, зачем после того, как ты обиделась за 100 ГП вернула с гильдии, пошла сразу в другую топовую гильдию. Говорит, а я что, должна ходить в рака гильдии какие-то? Ну, она правильно тебе все сказала. Блядь, действительно, она прям охуела, да? На бомжу гильдию должна была пойти, блядь, тварь. Сука, что за логика, мастерал? Логика просто пиздатая. Суть-то не в том, я посмотрю просто, сколько она там продержится. Я бы мог просто зайти в Pinky Blinders, рассказать, какая она есть на самом деле, туда бы посмотрели, а так я не хочу. Зачем она вам нужна? Ну, а куда она пошла? Бог с ней. За Pinky ли? Заходит. А что это какая-то гильдия, которая отвалилась от ваншотов или от кого, не помню. Сейчас там за 2 месяца фулл прогресс. От жоков это ты имеешь в виду, там, где этот блат... блин, рога, короче, ГМ. Ты про них? Они хотели нашу гильдию поглотить. Ну, ну во-во-во, да, они. Они меня туда звали, как я только приста создал. Я туда не пошел, я не люблю гильдии с фулл прогрессом, это неинтересно. Надо самим чего-то добиваться. Вот тут, мне тут интересно, я поэтому играю. Одно дело добиваться, а другое дело, когда, блядь, этот прогресс стоит на месте очень долгое время. Камон, у нас ничего не стоит на месте. Здравствуйте, ЗСОК открыли. Мы 2 босса уже в око закрыли. Ну и что тут? А ЦЛК, ну извини меня, мы не проходим не потому, что мы тупые там дегенераты, а потому, что у нас не хватает ДПС. Дает половина статика хорошего. Мы проходим не по той причине, что у нас ДПС не хватает. Мы не проходим по той причине, что у нас слишком долгие сборы, и по той причине, что у нас на допронос никто не собирает. Ну и вот у нас, в прошлый у нас... ЦЛК 20... Да. У нас нету людей на 25 хм полного, определенного статика. Вот даже тогда, когда вот, ну, у Вайда не было, потому что мы собрали, у нас было 2 пуга в рейде. Понимаешь? Царь, вот в том рейде, когда не было Вайда, у нас было 280 тысяч ДПС. Был хороший ДПС. Можно было закрыть профа, я не спорю. Еще да помимо пугов взять бы медведя, и можно было закрыть. Ну ты понимаешь, ну я вот лично этим не хочу заниматься, приходить на профа и рассказывать всем тактику, объяснять, что как надо делать, жопу порвать. Я хочу прийти в рейд, чтобы мне объяснили, я такой... Вы понимаете, сколько вам ставится ЦЛК 10 хэмов, и вы за это время уже могли, блядь, тактику на профа посмотреть до хера раз. Да вы почему-то никто не смотрит тактики на профу. Они считают себя сверхскилловыми игроками. Все думают, что они... Ладно, а мне сразу энергии 94 штуки. Где-то там есть этот Джованни, кинь мне трейд. Блять, репорты на броню закончились. Да, я перезапускал игру сейчас. Угу. Просто еще знаешь, ну, и ВК это не такой, где прям так сидишь такой и думаешь прям вот на 100% сосредоточен.
Я вот лично на слабой сюда пошел, поеду этот кнопки прожим. Ну это понятно, ну извини меня, огонь под собой не увидеть, но это надо быть уже вообще. Если вы слышали, конечно. Слышали. А ты думал по столу, что? Конечно, по черепушке. Звук деревянной черепушки. Я, кстати, заметил, вот этот последний босс мы никогда здесь Геру не дали. Да, тут слишком большой DPS толк, если будет слаг, то не собьем. Вопрос. Так отдай, я тебе прям успею его дать. Лил, может Геру дадим? Давайте просто секунду, как либо. Геру бафы дайте. Успеем за Геру убить. Ро! Там под Starfall почему-то каждый раз, не знаю. Финалочка. Финал каждый раз под Starfall, раз в минуту. Добивайте, да. Из... Выбор. О, выбор, Андрон внизу. Ой. Кто нажал, ладно. ГЦ мне лишники. А я, кстати, нажал нужно. Вой заберет себе все. Смотри, сейчас вырвали выбор. Ай, блин. Ничего этого жучары не сродишь просто. Я предлагаю выбором ролла на ларнею. Накинь ей пашечку сразу. Так, и где мой выбор, нахуй? Во-первых, трофеи надо сначала. Мультик. Это какой-нибудь там Энг, не знаю, нормальный зайчик.
Не, Фафнирский выиграл. Ой, вообще, на этот Фурик хороший. Да и на Рогу тоже неплохой. На самом-то деле, этот... Элрей, а чё ты себе арбалет не забираешь? Так у меня Фален Раш есть, нахуя он? Так у тебя без соки-то, здравствуй. Ты с одного соки-то полутаешь больше. У тебя же этот фалидраж там или другая любая пуха, она берется тупо для статов, ты ж ей не бьёшь. Элрей, ошибку делаешь, брат. Финка. Окей. Да, у меня просто вообще ПВП. У меня ПВПшная вообще. Забирай, забирай. Ну, финка так-то этот, холик. Да что ты заладил, царь? Я хочу этот самый, во-первых, в мутика перебиться, во-вторых, на мутика мне нужна пушка с сундуков. Я был Рэю отдал, вот пошел, честно. Да, мне надо. Фрешфиша надо. Фрешфиш это кто у нас? Фрост? ДК. Не, АДК. А, нет, БДК. На, давай, нахуй. Правда, он мэй. Он твинк, я мейн. Или у него мейн идет. Он твинк. А давай его нахуй. У него мейн-то шмал, вроде. Так может все-таки мейн рейдеров сначала одевать, нет? А мне посрать. Я выбор, блядь, такое в последнее время буду брать, не? Мне на Армса надо было, так что я как на офстрик брал. Что надо, сэр? Я по это начислил.